Как вам такая внезапная встреча? Теленок почти целиком застрял в колодце. Хорошо, что там было достаточно мелко, и нос остался непокрытым водой. Они что, не могут поделить пастбище? Для удобства люди давно придумали автомойки. А как вам мойка для животного транспорта? Прилив оставил котенка отрезанным от суши, но неравнодушный мужчина спас его и вернул маме. На сегодня все. Спасибо за ваши просмотры. Не забывайте оставлять комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь. Это помогает в развитии канала. До скорых встреч!